Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу Святому. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, співає вільна Україна. Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в світле майбуття. Через свого Сина, всемогутній Батько, нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, співає вільна Україна. Люди України, підіймайте руки, прославляйте Сина, Він єдиний Бог. Він своєю кров'ю розірвав кайдани, Він достоїн слави, Ісус Христос. Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, співає вільна Україна. Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки, навіки. Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу Святому. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спасти. С приездом всех с Киева, с Украины, с самого сердца Киева, Майдан Незалежности, Хрещатик. И вот эта улица, названная теперь героем, посвященной памяти героев Небесной Сотни. Это такое святое место для Киева, для Украины, для всех украинцев, русских, белорусов, молдаван, всех-всех народов бывшего Советского Союза. Потому что здесь произошла баталия, именно действительно за свободу, битва за свободу. Люди разных национальностей, культур, традиций выходили вместе противостоя тирании, противостоя, значит, безумию, просто-напросто коррупции и прочим-прочим таким вещам безбожным, и молились вместе здесь на Майдане. Вот, и сейчас это святое место Украины и украинского народа, в первую очередь, конечно. Слава Богу за Украину, слава Богу за это духовное пробуждение, которое здесь совершается ныне, и еще больше свершится, убежден я, пробуждение. И молимся о том, чтобы действительно имя Господа Иисуса Христа воссияющее и еще больше сияющее здесь, в Украине, в Киеве, воссияло и во всех странах, так или иначе, во всех странах бывшего Союза и за пределами в других странах мира, слава Богу. И пусть Бог благословит вас, друзья, во имя Господа Иисуса Христа, благословляю вас. Сегодня у нас эти уже предпраздничество получается, потому что эти дни мы празднуем День независимости Украины. Это великий праздник не только для Украины, украинского народа, но и для многих народов окружающих,
потому что действительно украинский народ сегодня показывает пример именно свободолюбия, вот, и борьбы за свободу. Кровь невинных жертв этих небесной сотни не напрасно была пролита, потому что это действительно величайшая святыня нашего времени. И слава Богу за героев, которые вот, опять-таки здесь проливали свою кровь, ну, на самом деле, за всех нас, слава Богу. Но здесь, на этом святом месте, обогренной кровью героев, я вспоминаю кровь нашего Спасителя, Искупителя, нашего общего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Ему пою славу и хвалу, благословляю Киев, благословляю Украину во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.